Друзья, всем привет! Сегодня хочу показать три наших скетчбука, которые можно у нас приобрести. И я показывала, кстати, как делала карточки на Wildberries для них. Они прекрасно продаются. Вот решила их показать, заодно показать их у нас в магазине. Мы их теперь добавили. Смотрите, это вот группа из двух скетчбуков, а это третий. Мы подумали, что интересно создавать не только одежду, но интересно также работать с макияжем, с прическами, и для юных модниц это будет актуально. Так что вот, что у нас внутри. Скетчбук построен по принципу раскраски-рисовалки. Соответственно, здесь у нас внутри девочки с разными прическами, нарисованные несколько раз. Можно раскрасить карандашами, маркерами, там, акварелью, например. Вот другие девочки пошли, да? То есть у вас есть несколько попыток там сделать одну брюнетку, другую рыженькую, там, красную, зеленую, поэкспериментировать с прядями, с локонами, нарисовать им там кэт-ай, смоки-айс и так далее. Вот. А потом еще дополнительно оставлены чистые листы, где вы можете сами сделать и нарисовать то, что нравится. Конечно, я думаю, что это больше подойдет не профессионалам, а детям, но... По крайней мере, все, кто у нас приобретали, остались в восторге. И вот это второй вариант. То есть, если та была волосы и прически, то здесь именно на макияж мы постарались показать разные лица. Вот смотрите. Разные лица. И таким образом на этих лицах вы можете нарисовать тот макияж, который вы хотите. И, соответственно, ту прическу, которая вам актуальна. То есть, вот... такой простор для творчества. И еще один скетчбук. Это скетчбук с позами плюс сайз. То есть девушки в теле. Но это очень актуальные на самом деле фигуры. Вы смотрите, они разные. Разные позы, разные фигуры. Тоже можно нарисовать. Таких людей много. И сразу у вас получится рисунок на актуальных, соответственно, фигурах. А не просто что-то такое... абстрактная. Надеюсь, мне не заблокируют этот контент, потому что часто у нас с фигурами есть проблемы, но как бы здесь все безобидно, просто силуэты фигур, на которых вы можете рисовать и получать интересные штучки. Вот такие три новых скетчбука у нас есть. Ссылочку, где их можно приобрести, обязательно оставлю в описании к этому видео.